Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, 11 июня. Работаем на пасеке. Жара стоит невыносимая, работать невозможно. Пчелы такие тоже, как сказать, ну, неспокойные в ульях, так как очень жарко. Активные, взятка практически нет, все сгорает в такую жару. Пришли мы тут посмотреть, открыть матку в том раю, что мы поймали, что вместе с вами маточку положили, так как обнаружили, что рой был без матки, ну или матка при облете потерялась, или по какой-то причине там не было. И в данной семье тоже хотим посмотреть, тут пару дней назад поставилась матка и открывалась, хотим посмотреть, приняли ли ее. Данная семья, почему решили ее тоже на ролик показать. Это был хвост, проданный пчелопакет, оставшийся хвост, подложилась им плодная матка, и ну, проворонили мы тут маточник. Проворонили маточник, и данный хвост с маткой плодной улетел. Там мы вам показывали тот ройчик, который мы заселили на овощину. Тут у них же осталась неплодная матка. Мы ей дали время облететься, но она не облетелась. Она не облетелась. И подставили мы сюда плодную маточку. Ну и сейчас посмотрим, приняли или не приняли. И вам покажем. Мы пойдем к краю и откроем у них. Откроем у них матку. А что, уже клеточки тут нет? А, друзья, мы уже смотрели. Уже голова совсем не соображает. В тетрадку лень нам посмотреть. И это, тут мы... Да, она просто еще не сеяла. Тут надо посмотреть, начала ли сеять. Ну, на первой рамочке смысла нету смотреть. Да, тут есть яйца уже. Видно? Наверное, видно. Сейчас мы уже найду, где побольше есть. Ну и тут есть яйца. А вот, кстати, и маточка. Да, маточку приняли, начала сеять. Ну и слава богу. Так как данный хвост еще бы чуть-чуть, то уже, наверное, бы и отрутовел. Ну, вот тут тоже видно яйца. Ну, не знаю, видно, не видно. Ой, так. Друзья, на улице где-то около 35 градусов в тени. На солнце, ну, совсем жара. Совсем жара. Так, данный улик закрываем и идем к краю. И откроем там маточку, увидим, успокоились ли пчелы после того, как мы им дали маточку, так как они очень сильно гудели. Мы, конечно, вчера немного подкармливали пчел. И данный рой накормили, забыли, что надо открывать матку. Сейчас довольно проблематично ее будет открывать из клеточки. Ну, Машенька, нажимай на паузу, там включимся. Итак, друзья, что я и говорю, данная семья сироп не выпила, мы вчера кормили вечером, потопили немного пчел. Перелили сюда, сейчас перельем им назад. Вот чем не хороши вот такие кормушки. В них топятся пчелы. Так, ну пчелы продолжают гудеть, но мне кажется, чуть меньше. Еще раз посмотрим, потому что может, все-таки где-то неплодочка бегает.
Гудят. Очень сильно гудят. Очень сильно гудят. Не буду тут я смотреть больше. Нету тут матки однозначно. Отламываю сразу два отверстия и ставлю назад. Меточка. Упала клеточка. Упала на пол. У вас нету спички. А что, упала? Забыли спичку. А, это не поможет. Пускай будет так. Да, рой продолжает гудеть. Рой продолжает гудеть. Надо бы их позагонять. Так, выливаем сироп пчелам на место. На место. Закрываем данный улей. И пускай сидят. Дня через три проверим, приняли ли они маточку. Так, друзья, что еще хотел сказать. Недавно был снятый ролик по поводу... Ну, ролик был обычный снятый, но там озвучивалось о том, что есть... так нагревается крыша, что, ребята, нельзя руки держать. Хоть это и алюминий, было бы это жесть, она бы была, мне кажется, в два раза горячее. Но также точно и это нагревается. ППУ. Но... Сейчас посмотрим. Сверху очень горячо. А тут прохладно. Ну как прохладно, тут нормальная температура. Так о чем говорил? О том, что был снят ролик, и где желающие могли написать определенные комментарии, что один из, ну, что ему можно, он нуждается в данной матке, можно было выслать. Так хочу сказать, что, ребята, данной матки я уже послал, так что уже, ну, писать нет смысла, так как я уже на свое усмотрение выбрал тех людей, которые, на мой взгляд, больше всего нуждались в тех матках, и послал. Таких маток было 4, это получили 3 человека, один человек 2 маточки получил, и 2 человека по одной маточке. Как-то так, друзья. Так что, ну, можно уже просто не писать. Прошу, ну, хочу сразу же обратить внимание, ну, как сказать, подписчиков не с Украины, а вот как там с России или с Узбекистана или с Казахстана, ребята нам писали тоже. Ребята, даже было, ну, даже если бы и вы заслуживали, или как сказать, ну, данную матку, я бы физически вам послать не мог. Так что, ну, чтобы вы понимали, эта акция шла только для пчеловодов, ну, с Украины, для... потому что возможности послать в другую страну у нас нет. Мы можем послать только по Украине. Как-то так, друзья. Все, на этом будем заканчивать. Друзья, пишите в комментариях, у кого какая температура, потому что у нас очень жарко. У нас то было месяц дождей, холодно, а теперь все. А теперь жара. Ад. Так что пишите, у кого какая температура, есть ли взяток, потому что у нас нет. Не одно, так другое. Но все равно работать надо.
опускать руки никто не будет, и будем продолжать работать. С вами были мы, подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится, дизлайки, все, всем пока-пока.